Мы пасынки истории, ребята. Мы не востребованы. Ни тебе Великой войны, ни Великой депрессии. Наша война – война духовная. Наша депрессия – наша судьба. Иначе воспринимать мир. Оказываясь в разных местах, мы заново давали всему оценку. Я чувствовал жалость к парням, усердно занимавшимся гимнастикой, чтобы выглядеть так, как им велят Кельвин Кляйн или Томми Хилфигер. Мужчина, так должен выглядеть. Самосовершенствование – это анонизм. А вот саморазрушение… Извините. Ты лишь кучка испражнений жизни.